Я пропустил все времена, пока во мне была война. Уже не чувствую я боли и получаю все сполна. Лежу в окопах, чуть живой, и зарастает все травой. Мне снятся сны о вольной воле. Я просыпаюсь, сам не свой. Зато не трачу время даром, шлю смс-ки санитарам. Ну, наверное, спасибо. Наверное, еще одна песенка. У нас никто не собирался сегодня выступать еще. Есть желающие? Что-то ощущение, что кто-то хотел кто-то еще спеть или прочитать чего-то. Я более чем уверен, что у нас в народе есть свои таланты. Я в Старополе езжу. Прошлый год целый год ездил в Старополе ежемесячно. И делал там в клубе вечера. Разговор по душам называется в Старополе. Народа было, народ не приходил. А потом прошел слух. А слух прошел. А в этом году они уже требуют, значит, где отец Анатолий. Вот. И оказывается, там вот в Старополе есть люди, которые пишут стихи и песни из народа. Простые такие, не мудреные, но очень чистые и честные. Алла Константинова прочтет сейчас стихотворение. Да? Ну, мы, наверное, сейчас уже закончим. Но одно короткое батюшкино как эпиграф к другому его стихотворению. Преодоление, преодоление, один достойный путь. Пока в гостях ты выглядишь убого, сквозь терния ведет тебя дорога. Не спрятаться, не отдохнуть. Песня о главном рождается новая песня, и сердце о главном поет, о том, что мы вместе воскреснем, о том, что никто не умрет. Рождаются новые звуки. Так было 2000 раз. И будут веселые внуки печально молиться о нас, о том, как неправильно жили, стараясь прощать и любить, и рвали последние жилы за новые этажи. Так и рождается песня. Вот так и рождается звук о том, что мы вместе воскреснем из этих спасительных мук. Никто не умрет. Вот это наше христианство, оно в этом заключается.
Бога все живы, и вся человеческая душа жива. Тело мы еще пока здесь. Вот, а душа наша все равно принадлежит Богу. Как... Похлопаем отцу Андрею, провожаем его. Мы русские, с нами Бог. Отец Андрей уезжает в далекое солнечное... Куда ты уезжаешь-то? Я еще 29-го. А, Сланцы. Он уезжает в Сланцы. А Сланцы в переводе с Слонца, да? Солнечно. Спасибо очень за службу, за дружбу. И на прощание песня, она называется «Я рисую город на песке». Рисую город на стекле, я рисую храмы и цветы. Знаю, этот мир лежит во зле. Знаю, у меня есть только ты. Я рисую город на песке. Люди, море, птицы, облака. Знаю, все лежит в твоей руке. Знаю, это добрая рука. Там на перекрестке зла добра. Там на пике смерти и любви. Город мой злато серебра. Мне нарисовать благослови. Золотое солнце в небесах, золотые птицы в облаках, золотые песни на устах, радость золотая в образах. Я рисую город на песке, я рисую город на стекле, я рисую город на песке, я рисую город на стекле. Спасибо вам, дорогие мои, за то, что вы пришли, за то, что помолились вместе. Я, знаете, что хочу показать? Я хочу показать, что от церкви ничего плохого не происходит. И сейчас идет большая, ну, такая, можно сказать, война против церкви. И священников обвиняют, и в фанатизме обвиняют верующих, что все такое, все прочее. Нет, это все не так. В основном вера православная, это чисто одна из самых трудных путей. Через крест, через покаяние, через собственные изменения, метаною. Вот, мы идем к Богу, к Царству Небесному. Самый трудный путь. И, конечно же, озлоблен весь мир на нас. Весь мир озлоблен. Священникам тяжело очень приходится. Мирянам тоже. На меня вон, в интернете много нападок. И толпы шепчут, бывают. Идешь так, а тебе шепотом, знаете, так, скоро мы вас резать будем. Кто-то шепнет на ухо. В Петербург идешь, и так вот, да, мне назначают день смерти, бывает там, готовься там 30 октября, короче. Ну, потому что, ну, за деятельность, потому что стараешься вот нести добро. Я сам-то, может сказать, никто. Кто такой священник? Это просто проводник, проводник. Это вот как провод, знаете, вот и все, больше ничего себя не представляют. В нашей жизни от нас ничего не останется, кроме добрых дел. Спешите делать добро. Самое главное. Вот чтобы нас помнили и внуки, и дети. И чтобы они это перенимали. Вот. Чтобы
внук говорил про бабушку. У меня такая бабушка была, она сама любовь. Она никогда голоса не повысит. Она вот, и эта бабушка меня приучила к церкви, потому что я ходил в церковь. Когда мне было трудно в жизни, когда я думал, что, не знаю, вешаться мне или застрелиться, я вдруг вспомнил слова бабушки. Внучек, если тебе будет трудно, иди в храм, помолись. Вот. Я сам так же сделал, и Господь меня услышал, и жизнь моя изменилась. Вот, я пришел, помолился в храм, будучи неверующий совершенно. У меня текли слезы ручьем, потому что у меня была безысходная ситуация. Может, я кому-то рассказывал, да, этот случай? Владимирский храм. Я шел просто, полная безысходность была. У меня был на руках ребенок, есть было нечего, 90-е годы. Я был больной совершенно. У меня было такое отчаяние, что я просто в гости ходил к друзьям и делал вид, что, значит, я же больной, работать не могу. Делал вид, что я приду в гости, а сам просто ел, ну, чай пил, значит, и ребенка кормил. А стыдно было признаться просто, что человек, что я голодный. Я шел мимо церкви, и вдруг какая-то мысль у меня. Дай-ка я загляну, ну, люди же ходят, чем я хуже. Зашел, и смотрю, икона висит. Божья Матерь, черная такая черная, даже трудно различить. Потом я знал, что это всех скорбящих радость была икона в Владимирском храме. Сейчас ее на том месте нету. Я подошел, взял ребенка вот так на руки и говорю: Господи, если ты есть, помоги, значит, Божья Матерь. Вдруг меня кто-то кто-то дергает за рубашку. Я поворачиваюсь, стоит женщина. Она говорит: вас не Анатолий случайно зовут? Я говорю: Анатолий. Он говорит: вы знаете, мне сегодня ночью снится сон. Голос мне говорит, такой нежный такой голос, тихий, говорит: утром вставай, иди, значит, в храм Владимирской иконы Божьей Матери. Там у иконы будет стоять молодой человек с ребенком на руках. Помоги им. И все, и сон закончился. Ну, она думала, что это сон, и сон. Утром просыпается, а сон не проходит. Это и слова так, как запечатались. Она встает, идет. Я считал, что я случайно зашел в церковь, мимо проходил. А представляете, как Божья Матерь позаботилась обо мне. Значит, она заранее женщине сказала, все было настолько предусмотрено ангелом-хранителем. Мы это все живем, не замечаем. Мы думаем, что мы там что-то планируем, что-то такое. Вот. Человек предполагает, а Господь располагает. И она накормила нас, напоила. И, знаете, она отвела нас в Проспорную, там была Проспорная в Владимирском храме, и зашла туда. Она, оказывается, там знала этих женщин, и она сказала: девчонки, отцом не был. Ну, отцом я был, но не священником. Говорит, вот этот мужчина будет приходить, вы его не отказывайте ему ни в чем. И я стал туда каждый день ходить, и пока я был голодный, пока все не наладилось, я брал у них просфоры. А просфоры не освященные, а просто они там пекли их. А я как хлеб брал. Ну, они с печати. И вот эти просфоры меня выручили в самые трудные времена. Так что все мы живем под Богом. И, ну, не знаем, мы по своему эгоизму, неведению, мы думаем, что так мы что-то еще можем. Но вот в прошествии времени делаем выводы, что без Бога